В ряде мелких картин так называемых философов Рембрандт снова, как и в написанном за 3 года до того апостоле Павле, затрагивает тему, которая впоследствии стала у него одной из главных. Он снова пишет одинокого мудреца, погруженного в размышления, но теперь Рембрандт успешно справляется с поистине грандиозными творческими задачами. Одна из этих картин, несмотря на мизерные для живописной картины размеры, кажется монументальной. В нескольких десятках метров от нас, в полутемном помещении, справа от светлого окна, сидит лицом к нам седобородый старик в тускло-красном длинном одеянии и ярко-красной круглой шапочке. В руках он держит небольшую, полураскрытую книгу. Во всем его облике нет ничего ни преднамеренного, ни иносказательного. С трудом различая предметы, справа от нас высокую винтовую лестницу, ведущую на 2-й этаж, квадратные каменные плиты пола на 1-м плане, очаг на полу, в нижнем правом углу, разжигаемый нагнувшейся старой служанкой. С усилием, как бы раздвигая напирающую отовсюду тьму, зритель чувствует себя участником воссоздания художником этого средневекового интерьера. Небесный свет, струящийся из окна и служащий истинной пищей философа, символически сопоставлен с источником земного утилитарного света, с огнем очага, зажженным для подкрепления плоти. При этом площадь, занимаемая ярко освещенным окном слева наверху, явно доминирует над слабой вспышкой очага внизу справа. Противопоставление духа и плоти получает здесь также и пространственную выраженность. Но Рембрандт не удовлетворяется и этим. Центральную вертикаль композиции занимает винтовая лестница, ведущая на 2-й этаж. Рембрандт придал ей сложную спиралевую форму. Она похожа на гигантскую латинскую букву S, которая наверху прикасается к краю изображения. Такая форма лестницы позволяет нам видеть ее ступеньки то сверху, в нижней половине буквы, то снизу, в верхней ее половине. Таким образом, лестница представляется нам скрученной в форме латинской буквы S гармошкой. Ее ступени, ярко освещенные у пола, постепенно уходят вверх направо, в тень лестничного проема, поглощаются мраком в самом центре изображения, в середину буквы. Но затем, совершив спиральный подъем влево и вверх, вновь выходят на свет, освещенный уже снизу. В этом прохождении ступеней сквозь свет и мрак зритель невольно усматривает символическое подобие хода мысли философа. Так Рембрандт вплетает спираль, символ познания, естественную систему вещей и натурализирует его, превращая в обыденную вещь, винтовую лестницу. Но зритель, скользя взглядом по лестнице снизу вверх, проходя через участок перегиба, словно насыщается мыслью и восходит к скрытому до того умозрению. Однако он и тогда не покидает пределов обыденного, распознавая новый смысл в этом обыденном. Становятся понятными слова, приписываемые Рембрандту. И на самых ничтожных вещах можно научиться осуществлять основные правила, которые окажутся пригодными для самого возвышенного. Так простой жанровый мотив приобретает у Рембрандта наводящую на раздумья значительность. С вещей словно спадает пелена, в них раскрывается глубокий внутренний смысл. Философы Луврского музея указывают на умственные интересы Рембрандта. Легенда о докторе-чернокнижнике Фаусте должна была бесконечно его привлекать. Ему нравилось отождествлять с ним себя. Он был, как и Фауст, пленником мечты и жадно стремился к неизвестному. Это не значит, конечно, что Рембрандт любил корпеть над колбами и у науки искать ключи от замкнутого рая. Его библиотека была бедна. Быть может, он удовлетворялся тем, что перелистывал Ветхий или Новый Завет.